Ну что, дамы и господа, напоминаю, что мы сегодня в прямом эфире на Триколор. Качайте мобильное приложение Триколор Кино и ТВ. Смотрите бесплатно, без регистрации. Более 2 миллионов человек смотрят этот турнир в прямом эфире. Сегодня у нас суперфинал чемпионата по уличным боям «Стрелка» в Петербурге. Это авиационный центр «Хэли Драйв», крупнейший в России. Самый крупный парк вертолетов. На этой площадке мы как в гостях и как дома организуем самые яркие и зрелищные бои. Давайте поаплодируем в следующем паре. Боксер, давай. Представляю бойцовский клуб «Сланцы» и покажу все в бою. Занимаюсь боксом в бойцовском клубе «Сланцы» и покажу все в бою, как всегда. Против него парень, который занимается медными трубами. Чем ты занимаешься? Судовой трубопровод. Да, что вы там делаете? Атомный флот. То есть ты делаешь атомный лодки? Ледоколы. Что тебя сюда притащил? Адреналин... Что мне вредит? Адреналин раш. Азарт, интерес, хочется... Ред Булл окрылил, и я прилетел эмоций. Давай, соберись, я сильный соперник, это тяжелый бой. Тебе назначили супер сумасшедшую пару, но мы тебе желаем удачи. Отличный кислотный череп. Давай, удачи. Сначала адреналина получишь. Бойцы на середину. Итак, у нас битва двух злых черепов. Черепа исландцев и черепа коронавирусного черепа, похоже на то. Девятая пара. Подходим, готовимся. Идемся честно. По углам. Охота за головами началась. Готов? Готов? Бой! Десятая пара. Кузнецов, Шунько. Подходим, экипируемся, парни. Кислотный, закрой подбородок. Еще повтори. Не жалей. Да не надо, а то все будет в песке. Нормально? Ну что, Рустам, можно? Дядя Рустам разрешает? Разрешает. Готов? Готов? Бой! Мотай ногу, Вова! Давай! Вова, к нему! Володя! Давай, Володя! Марш, стоп, стойка! Красава! Да, парни, молодцы! Никто не хочет уступать! И тут удар в удар! Адреналин получаю даже я в этом бою. Готов? На меня посмотри. Готов? Готов? Бой! Ему сразу слово. Потом здороваться, пусти его! Парни, не теряйте концентрации! Только победа! Ноги отбрось! Отбрось ноги, шею забирай! Забери шею! Повиси на нем, дави! Давай еще! Забирай, все! Добивай его! Володь, оттянись от него, добивай! Активнее работаем в партере! Володь, оттянись от него! Стоп, стойка! Давайте поддержим ребят, если стараются. Простой парень против подготовленного боксера. Серьезное испытание. Ну как? Давай, все, он устал.
Адреналинчика еще недостаточно? Давай, еще чуть-чуть. Хорошо. Готов? Бой, поехали. Добивай. Володя, бороду закрой. Давай. Врач! Так, а мне тогда боксеры, давай его к нам давай, дружище, сюда. Все будет. На первом плане Рустам, а на втором не плане победитель. Не просто хорошая, а мощная. Мощная. Ну, давай, иди. Иди сюда, толкнешь речь. Что к чему. Давай, залезай к нам. Боксер, спрячься за спиной Коля, тогда никто тебя не убедит. Давай скажи пару слов, сильная комбинация, сказать, парень держался молодцом, на микрофон. Да, сопернику огромное спасибо, держался молодцом. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Хотелось бы, чтобы обошлось это без травм, без рассечений, но, к сожалению, рассечение получилось так. В нашей жизни без травм не бывает. Но прямо скажем, бой не дался ему легко, как ему хотелось бы. Спасибо всем, кто меня поддерживал, бойцовскому клубу «Сланцы» и Кенгисеппской школе бокса. Все. А это тебе! Сумка, я восполнил энергию, которую потратил здесь. Полтонны колбасы. Пойдемте в ринг, послушаем спасибо. Нашего соперника, потому что его уже перевязали. Давай, залезай. Нашего соперника? Или вашего? Здорового бойца. Да. Полевая медицина. Вставай сюда. Карательный. Я тебя покажу. Он как герой фильмов про войну. Большое спасибо за адреналин, за кайф, за то, что организовали это. Очень весело, интересно, спортивно. И, кстати, я тоже со «Сланцем». Красавчик. Приезжай к ребятам. Но на самом деле ты был действительно крут, потому что поединок был нелегкий. И, в принципе, парень уже выступает не первый раз, выступает удачно и легко. Но ты оказал ему достойное сопротивление. Я выступаю второй раз. Туда. Видишь, там тебя смотрят, они здесь. Второй раз в жизни дерусь. Это. Хочу передать привет маме, сестрам, братьям, детям, женам. А у тебя их много? Две. Жен и детей много, но мама одна. Сколько сегодня жен ты сюда привез? Я пришел только с друзьями, с работы. А женам передает привет? И бригаде своей. Бригада! Все. Давай, отдыхай. Ты молодец, давай поаплодируем. Спасибо тебе, это было действительно яркое зрелище. Достойные бойцы.